Олег Николаевич, вот сейчас наблюдается рост заболеваемости в крупных городах, в столичных регионах. Скажите, стоит ли жителям Саратова и Саратовской области опасаться так называемой третьей волны коронавируса, о которой много сейчас говорят? Да, действительно. Здравствуйте, жители Саратова, Саратовской области. Действительно, это так. В ряде регионов России наблюдается устойчивый рост за последние две недели. Мы это видим. Мы не можем оставаться в стороне, понимая то, что это может прийти и к нам, в связи с тем, что население мигрирует, движение существует между собой, работают вокзалы, аэропорта. Мы знаем, что такое лето. Лето – это поток туда-обратно. И есть легкое расслабление в ношении масок, как в магазинах, так и в общественных местах, все встречи, и мы готовимся. Мы готовимся так, что имеем запасы достаточные, копим их для этой пандемии, имеем койки свободные. Большая надежда и реально воплощенная надежда – это инфекционная новая больница, которая практически уже построена, идут отделочные работы, закупается оборудование, подбираются кадры, делается все возможное, чтобы ее как можно быстрее ввести, и где будет оказана полноценная необходимая помощь. Как и в случае снижения инфекции даже, мы переведем туда с наших стационаров, так и в случае возникновения новой вспышки. Хотелось бы, чтобы это, если это и произойдет, чтобы это произошло не остро, не так остро, как предыдущая волна, потому что уже 300 тысяч граждан нашей области привилось. Надеюсь, и другие поймут разумность этой прививки, потому что это единственный способ защитить сейчас себя и своих близких от тяжелых последствий этой инфекции, которую мы неоднократно говорили. Три компонента все имеются. Добро пожаловать в любую из 100 точек, которые мы открыли на территории Саратовской области.